По итогам 2021 года в регионе введено в эксплуатацию 19 жилых домов, 760 семей отпраздновали новоселье. По направлению строительства кредитного жилья сдано 5 многоквартирных жилых домов. Это 204 квартиры в городах Кокшетау, Макинск, Околь и Ерементау. В 2022 году планируется строительство более 2500 новых квартир. Из них 1600 должны сдать до конца года. В 2022 году планируется строительство 55 многоквартирных жилых домов общей площадью 158 тысяч квадратных метров. Из них планируется ввести в эксплуатацию в текущем году 36 многоквартирных жилых домов, 14 арендных – это 514 квартир, и 22 кредитных – это 1086 квартир. Строительство новых жилых домов охватит почти все города и районные центры региона. Социальную сферу также ожидает пополнение новыми строительными объектами. Самые крупные из них – это три школы в городе Коши и одна школа в областном центре. На 2022 год запланирована реализация 33 объектов. На 2022 год бюджет Акмолинской области составляет 8,7 миллиардов тенге. На 2021 год был запланирован 15 миллиардов тенге. Из них освоено 100% все бюджетные средства. Напомним, в прошлом году в регионе сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, как школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и врачебная амбулатория в Целиноградском районе и пристройках школе номер 1 в городе Кокшетау. Назира Балташева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.